Не красота ли? А этот-то шипит, господи! Все хотят жрать. Варю, что есть. Я не знаю, у кого как, а у меня утро начинается с того, что все... Что все что-то хотят от меня. Да, все хотят жрать. Да, все хотят жрать, правда. Вот, да, и вот этот товарищ, который хвостом мотает вот так вот, тоже хочет кушать. Мне вот надо мусор выносить. Взял бы вот в зубы, да понес пакетик, да? Ой, ладно, пойдем варить. Пойдем мусор выносить. Да надо сегодня тут убраться. Он, Алинка, смеется. Коба пришел к ней на кровать, выпросил кусочек бутерброда с паштетиком, половинку огурчика малосольного. А теперь печенюшку доедает. Да, Чернуха? Скажи, меня пустили к кроватке-то, я бы тоже. Так, пойдем мусор выносить. О, подожди. Так, прыгает на калитку. О! Так. Вот такие вот коты чужие. Вот не знаю, откуда он взялся. Этот кот. Сегодня суббота, маршрутки не ходят, поэтому людей нет на остановке. Да, вот бабушка. Летом-то, конечно, каждый день мусор выкидываешь, потому что мухи да всякое. А уже когда осень да зима. Она хоть и мусорка рядом. Ой. Вот так вот. Вот так вот. Ну что, ты пойдешь домой? Чего у меня тут? Орехи упали за забор или нет? Каждый день хожу, собираю. Вот уже они с каждым днем их меньше и меньше. То собирала по 20 штук, потом поменьше, поменьше. Ну вот. Видите? Ой. Ну еще падают. Ой, сейчас я очищу. Во. Смотрите. Так. Сейчас еще надо там во дворе походить, посмотреть. У меня куда-то грабли пропали. Ну вот, блин, смех и грех. Не знаю. Исчезли грабли. Сейчас бы я по траве бы вот так. Чернуш, ты куда пошел? Куда-куда? По своим делам. Ни одного. Вот он, кабасенька. Вот он, мой хороший. Пошел проверить, да? Чем тут бабушка занимается? Угу. Ушла куда-то, скажи. Как куры собираешь. Ой. Машиночку мы свою вот переставили. Нам поближе. Видите, какая дорога-то, а? Вот она. А сейчас же пойдут дожди, это будет каша. Каша, грязь.
Пойдем домой. В общем, короче, поставили машинку с другой стороны двора. А это вот, это все, это наше все. Вот один дом. Ну что, пойдем? Пойдешь домой-то? Он у нас парень самостоятельный. Как захочет, так и сделает. Вот. Ну, так что... Вот это наш сарайчик. Был когда-то магазин. Черный! А ты мой хороший. Да, пойдем. Ой. Пойдем, пойдем, пойдем. Иди. Идешь домой? Иди. Ой. Ну что, два граната уже Алинка съела. Вкусненькие. Вот, сейчас надо. Вот они все тут. Да. Сейчас надо отправить Мурманск. Посылку. С орехами грецкими. С гранатами. Да? Да, банда, команда. Вот. Вот такая красота. Вот такую кастрюлю 6-литровую я варю каждый день своим зверятам. Ну, варю, что есть. Вот это вот я в Евпатории покупала фарш куриный. Не знаю, люди говорят, себе берут еду. Нет. Он вроде так... Нет. Нет. Вот. Ноги куриные, да, какое-то мясо, костный остаток, когда что есть в магазине, то и беру. Вот. Ну, жиденького, что остается, сверху котам наливаю. Они тоже так любят это дело. А так собачка очень хорошо кушает. Правда, он бывает загуливает у нас. Бывает и недели нет, и, блин. Но когда прибегает, ой. Сейчас приличный, сейчас живет дома. Что такое? Вот он. Красота неземная. Филя. Ты мой зайчик, да. Ой. Вот представляете, когда он дома, и я ухожу куда-то, он кричит дурным голосом. Алинка говорит, бабушка ушла. Ну, да. Чего? Прыгать не надо на меня. Ты уже не маленький мальчик. Вот, вот орешки. Ой. У нас черный обожает орехи грызть. А ему наплевать, червивые они, нет. Да. Он просто их потом всю зиму грызет и грызет. Вот они последние падают. Ой, Чернуша. Чего ты там под песочницей ищешь? Орехи? Что-то ковыряет.
Что там такое? Нет, ты не раскопаешь. Что там такое? А этот-то шипит, господи! Эй, чернуха, ты не раскопаешь? У меня же там емкость пластиковая закопана для песка-то. Что он там пытается достать? Ну ладно, зато при деле парень. И Филька наблюдатель. Ну вот, сегодня собрала. Ну, их уже меньше и меньше. Ну, вот у меня в этом году килограмма 4, наверное. Орехов. Да? Надо убираться тут. Ну. Вот такое утро блогера. А то, думаю, тут какие-то непонятные небожители, что ли. Обычные люди. С обычными заботами. Просто люди мы, которым не жалко отдавать практически, наверное, половину своей жизни, чтобы снимать видео. Она. Что такое? Чё рычим? Чтобы снимать, показывать. Это у меня еще Алинка монтирует. А так бы, если бы я все это одна делала. Да с ума сойти. Да просто вообще некогда ничего делать. Вон что творится. Надо все подметать, собирать, сжигать. Ой. Меня кто приходит, спрашивают все время, а это что такое? А это еще с Мурманска была. Такая пяти, как она называется, рожковая люстра. Я все хотела что-нибудь, она керамическая. Я же не могу такую вещь выкинуть. Вот. Ну, чтобы была перед глазами, я ее на арматурину поставила. Может быть, что-нибудь придумаю. Жалко, я не выкидываю такие вещи. Кто там, Филька? Посадила цветочки, не знаю, приживутся, нет. А эти обрезать надо, они уже не цветут. Это уже. Вот, видите, кактусы посадила. И в кармашке суккуленты. Ну, не красота ли? Always alone when the tide is